Всем привет, ребятушки, всех приветствую на канале Toxicool ФБР на связи, как видите. Что хотелось бы вам сказать. Готовится нововведение, и теперь вот эти вот номера, которые, может, вы купили, может, кто-то другой, да, вы видели их часто по городу, 100%. Это номера такие пластикового характера, да, то есть, получается, они не металлические. 3D номера, как их называют. Фоточку, естественно, я вставлю, чтобы вы понимали, о чем речь. Да, и вот что хотелось бы сказать, отменяют эти номера, нельзя ими будет пользоваться, нельзя будет ставить их на машину, будут штрафовать. Первый штраф, значит, будет составлять 170 гривен, если вас остановят у вас такие номера. Второй штраф, значит, будет составлять 255 гривен. Так что хотелось бы сказать, ребятушки, будьте, как говорится, внимательны, лучше оденьте старые номера. Если вы хотите, как говорится, понтануться, закажите себе какой-то номер, какое-то там имя, там слово какое-то, да. То есть это все без проблем сейчас можно сделать на сайте, как бы зайти, заказать и так далее и тому подобное. Стоит это не так-то дорого. Так что такие, ребятушки, новости. Всем, как говорится, добра, бабла, позитивчика. До новых встреч. Пока-пока. Напишите свой коммент обязательно. Вы за вот эти все сетки, 3D номера там и так далее и тому подобное. Светоотражающие, которые клеят, да, чтобы камеры не видели. Либо же против. Пока-пока, ребята.